В этом видео я хочу показать вам очень простой рецепт вкусного обеда или ужина для всей семьи. Этот вкус из моего детства. Я не могу забыть его, и поэтому продолжаю его готовить снова и снова. Это зразы с перепелиными яйцами и нежнейшее картофельное пюре, как в детском садике. Кому интересно, как я буду готовить, смотрим видео до конца. Ставим варить перепелиные яйца. Одно яйцо на одну котлету. В блендере измельчаем одну луковицу небольшую и одно яйцо. Берем 400-500 грамм фарша. У меня фарш из индейки. Фарш солим. Вливаем эту измельченную смесь. Перчим по вкусу и перемешиваем. Яйца очищаем от скорлупы и будем формировать зразы. На ладонь кладем фарш, в центр яйцо, закрываем его, делая котлету или круглой, или овальной формы. Вот у меня получилось 10 штук. Жарить можно или на сковороде в растительном масле, или запекать в духовке в жаропрочной форме, или на пару, как диетический вариант. Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло и кладем на сковороду зразы. Сначала я их готовлю на сильном огне, без крышки, с одной стороны. Потом переворачиваю, убавляю огонь и накрываю крышкой. В это время приготовим гарнир. Отвариваем картофель и наливаем туда горячее молоко 150 мл или сливки. Сначала разминаем, потом пюре взбиваем погружным блендером, солим по вкусу. Пюре получается очень нежным, как в детском садике, без комочков. Котлетка очень сочная и вкусная. Подойдет это блюдо и для детей, и для диетического питания. Подавать можно с капусткой. Рецепт вкусной капустки в подсказке в правом верхнем углу. Попробуйте приготовить это блюдо. Я думаю, вам оно очень понравится. А сегодня у меня все. До следующего вкусного видео. Пока-пока!